No. All right, if you make the black ball here, I'll give you $100. What are you doing? But it's not fair. Такое положение дел в самой богатой стране мира дальше терпимо быть не может. Вряд ли они остановят вывоз капитала из страны. Вряд ли они выйдут из ВТО. Вряд ли они закроют офшорные зоны, хотя закон об этом принят, но еще ни один миллиард не... 20 триллионов вывезли за границу и ни один не вернули. Да на сегодняшний день борьба с коррупцией, это же вообще невозможно. Слушайте, что происходит в стране? Когда губернаторы создают ОПГ, организованно преступные группы создают и организованно расхищают веренные им субъекты Российской Федерации. Это что же творится? Но до сих пор не ратифицирована 20-я статья Конвенции по противодействию коррупции. Эта статья гласит о том, что коррупционеры должны ждать конфискации имущества. Но она не ратифицирована Единой России до сих пор. Она выносилась на пленарное заседание Государственной Думы. Значит, ратификация этой статьи 20-й Конвенции ООН не ратифицирована до сих пор. Ну почему мы так бедно живем? А потому что вот деяния наших властей демократических привели к тому, что мы стали нищими, занимаем там по уровню жизни там 80-е и так далее места в мире. В самой богатой стране мира. Разве такое должно быть? Разве это справедливо? Поэтому вот такое положение дел в самой богатой стране мира дальше терпимо быть не может. Да есть у нас деньги, у нас очень много денег. Просто они находятся не в тех карманах. Вот в прошлом году мы заработали, прибыль получили 20 триллионов рублей. Но в бюджет попало только 8. 12 триллионов ушло в карманы Абрамовича, Вексельбергов, Фридманов и так далее, которые сейчас в США откроют заводы и фабрики по производству медицинских каких-то изделий. Это же неправильно. Во всех странах, в том числе и в капиталистических, существует прогрессивный налог на богатых. Во всех странах. В США, во Франции. Помните, Депардье сбежал. Там Россию, да? Увеличили налоги, а в России он богатый человек, и он жадный такой, сбежал в Россию, чтобы не платить. Если ввести прогрессивную шкалу налога на богатых, то мы можем освободить 22,5 миллиона людей, которые за чертой бедности, от налогов вообще и увеличить бюджет на 4 триллиона рублей. Почему мы отдали в частные руки? Царь получал в бюджет из каждых 100 рублей 30 за счет монополии вот этой. Советская власть до 15 рублей. Сейчас 1 рубль идет в бюджет. Остальное все в частных рубах. Что касается сельского хозяйства, смотрите. Программа предусматривает увеличение бюджетных расходов на сельское хозяйство в 10 раз. 10% бюджета необходимо выделять на сельское хозяйство. Так делается в Беларуси, в Соединенных Штатах, в Германии, в Голландии, везде, кроме нас. У нас 1%. Разве это справедливо? Поэтому мы утратили продовольственную безопасность. Мы на 50 миллиардов долларов закупаем негодных для питания продуктов за рубежом. В прошлом году закупили 800 тысяч тонн масла пальмового. 800 тысяч тонн, это по 6 килограммов на каждого жителя страны. С добавками, с загустителями, это в 3 раза нуль. И сейчас, представляете, сколько мяса будет без мясных изделий, без мяса, молочных продуктов без молока и конфет даже шоколадных, без шоколада. Все будет из пальмового масла, с красителями, добавками и так далее. Это же есть нельзя. Не адаптированы мы к маслу, к этому, правильно? Мы должны есть свою здоровую русскую пищу. А получается вот так. Смотрите, вот сейчас идет передел земли. И зачастую она в иностранные руки попадает. Или в руки вот людей вот этих алчных, бессовестных и так далее, и так далее. А люди остаются без средств существования. Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня
Я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить. Валентина Матвиенко сказала, что все готовы, все побегут в военкоматы. Чтобы что? Зачем? Чтобы с братьями воевать, с соседями воевать? Зачем? Чтобы кого защищать? Ваши счета, вашу недвижимость заграничную защищать? Ваши дворцы в Геленджике? Яхту Усманова? Или новый лайнер Абрамовича? Защищать-то что? У меня друг долбоеб. Но зато какой гений. Опа-опа, адреналайн. А вот и все. Эбельки, расказамбусы. Расказамбусы, эбелькамбусы. Незаконные вещества, растворительные адреналайны. А я Коннор, и я проверю, как это работает на самом деле.